Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Всем привет! С вами Юлия Старостина и Казахстанская медиа-академия. Вы смотрите медиа-репортаж. Мы находимся на пресс-показе документального фильма режиссера Сатыбалды Текеева «Порожденный историей». Пойдемте смотреть. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея снять такой фильм? О, это у меня давно уже эта идея появилась, потому что мы с 70-го года вместе работаем с Сатыбалдой Нарымбетовым. Я и с его семьей знаком, и с его детьми, его творчеством. В основном я его творчество уважаю, поэтому у меня была идея, чтобы снять про него документальный фильм. Мы начали к его 75-летию. И не успели, вот болезни там, финансирование остановилось. Пока мы это все думали, и он иной мир ушел. Вот мы в декабре закончили. Но здесь я хочу, чтобы молодежь знал, что был такой после Шакена Айманова, после Бегалина, после Карсакпаева, после Султана Ходжикова. Второе поколение нашего, да, вот Нарымбетов, он... Его картина полмира знает. В международных фестивалях его признают. Во Франции он получил самый главный приз Седула. Он там в музее кинематографии его висит фотография. И на лестнице написано золотыми буквами Нарымбетов Сатыбалды. Это все будущее поколение должен знать, чем он занимался, он свою жизнь отдал покорение этой кинематографии. Единственный человек, который пришел с писательской, это как его, эстезии, это кинематограф. Он обладает писательской наукой и кинематографией. Его особенность среди этих кинематографистов вот в этом. Так. Эта картина... Продолжительность где-то 47 минут. Но сюда вошло при жизни, где его снимали, телевидение, радио интервью брал. Мы все использовали, потому что мы при жизни не могли у него взять интервью. А использовали материал архивный. Ну, думаю, зритель оценит наш труд, я не знаю. Но мне самому это нравится. Сколько в общем времени ушло на съемки? Считаю, сейчас ему 77, значит, 2 года прошло. Ну, остановка связана с финансированием, и COVID, вот, болезнь помешала. В прошлом году нам где-то летом открыли финансирование, мы в декабре закончили, 25-го. Вы говорите, что важно продвигать такие фильмы среди молодежи, я с вами абсолютно согласна, но как это делать, чтобы молодые люди этим интересовались? Как продвигать? Кто профессионально занимается кино, молодые, его уважают, они как творчеством это интересуются, поэтому я думаю, они все посмотрят, но единственное, что у нас сейчас документальные фильмы в кинотеатрах не показывают. Я думаю, телевидение возьмет, покажет про это, про Нарымбетова. И, ну, как, сейчас интернет, YouTube-канал, все можно распространять. Но я думаю, он же не зря преподавал 15 лет в Академии Жургенева, профессор, столько у него учеников. Но я думаю, все заинтересованы посмотреть его творчество и узнать, чем он занимался. Расскажите, какая главная идея, главная мысль этого фильма, которую вы хотите донести до тех людей, которые его посмотрят? Главная его идея, каким был он человеком, гражданин Казахстана, вот каким он был.
түсірліпватыр. Оларға бір жұмыстары сәтті аяқтасын деп тілектеп білдіріп қояйық соларға. Енді мына Сәкен туралы әңгіме айтсақ, бұл енді белгілі кинодокументалист. Бұны енді таныстыратын не бар енді? Бәрі біледі, бәрі таниды, бәрі сыйлайды. Құттықтайық осы киномен енді. Енді ары қарай өзің жалғастырасың енді группаңды. Рахмет. Енді Ермекті бәріңіз танитын шығарсыздар. Ермек Тұрсынов деген азаматымыз. Жаңағы Шалдыда, Кемпірде де қоймай бәрі түсіп киноға түсірген азамат. Мен енді мынау Сәкеннің мына киносын біз ол кісінің 75 жылдық мерейтойына бастаған тұғымыз. Ол кезде ол кісі жап-жақсы жүгіріп жүрген азамат еді. Солай жағы бізді құртатын сол жағы ақша жағы ғой, тоқтап қалды да. Сәкеннен айырылып қалып, осы былтырғы жылы декабрьде бітірдік. Сол киноның бастан аяқ қиындығында, жақсылығында барлығын көрген мына менің азамат жолдастарым, операторлар осы жерден айтайын, Борис Трошев. Оның бір жағындағы мына өзіміздің жолдасымыз Сағат Бек Махмұтовтың ұлы, бұл енді киноға келді міне, Асқар Бек. Бұл жағы бір жағынан оператор, екінші жағынан осы киноның монтажері. Дархан редакторы мына киноның. Мына жағы мәтінін жазған Болат қайда жүр екен? Келіп еді. Ай, мына бөкен отыр мына жақта. Поэт біздің жаңағы ақын Болат Жетекбай. Ал енді сұрақтарыңыз болса кинодан кейін қоярсыздар, қазір экранға берейік барлық ең бәрін. Қобызындай зарлайды, сонда дағы қара бура рухы ұран салып қайта жортқандайды. Күні кеше көз көргендер айтады, шаңырақты большевик кеп шайқады, төрт түлігін алған кезде сыпырып, аштан өлген мүрде болды байтағы. Тағдыр өзі жауыққан соң қазаққа, шыжғырылды тірдей от тозақта. Босқан елдің ізі жатыр өшпеген, қарт қаратау, сарысу мен созақта. Сатуалдағы десе шынменде ең бірінші көз алдымызға, бірденен режиссер түсіпті. Өзінің нағыз профессиясының, өзінің мамандығының нағыз шебері болған адам ғой. Қасында кофесі, аузында темекі, көзінде очки, бір қарт бір ойланып отыратын кезі болады өзі. Отырады. Әсіресе алғашқы фильмдерінде, мына кеңес үкіметі кезеңінде, қалай совет үкіметі қазақ жерінде орнады. Сол орнағаннан бастап сол 70-80 жылдық тарихы бір жақсы көрсетіледі деп айтуға болады. Сөйтіп ана дастархан жасап жатқанда мен шығып кетіп қарасам, Гамлет жүріп жатқан сымақтың осы оо қарасам, жанында біреудің демін естідім. Сымақтың осы енді Магрит, бірақ та ана демін естігенде біртүрлі қарасам, өте сүйкімді бір қыз тұр. Сосын енді сынақтың осы жайына қалды, бұрында көрген ғой. Созақтың Гамлеті сол жаққа қарады. Иә, содан кейін бүйтіп қойып сөйлесіп тағы өрім көріп ребята потешеде болады түсініптір. Сосын ана қызды былай кейін посмотрим еще будет идти деп орысша сөйлеп. Содан сағат 7-те 6-8 бөлмеге келетін болдым, келістік. Жетті ана қызды жігіттерге айтып қалған, ой мен осы жерде бір жақсы әдемі қызбен таныстым. Атын әлі үлгерген жоқпын деп. Сұраған жоқ. Қас келеді. Жеті жоқ, 7-15 жоқ, 7-20 жоқ, 7-30 олдай жаңағы қызым қайда дедім ғой. Іздеп бардым, ана пәлендегі бөлмені ұмытып қалдым қазір. Бұрыстан айнала берген кезде кітапхананың астында. Барып ашсам, мен танысқан қыз бүйтіп есікті ашты, шаш қазір деді. Сол мынандай есікті былай ашып қой қалды ғой. Ар жағында айнаның алдында бір басқа қыз, ойбой мынау оның жанында ана жаққа көз түсті. Тура бардым, сол кезде ішімді ауадым, менде солай ығыстырған болуым керек. Айнаның алдында тұрған қарады да сол үстелде болып шықты.
Оқуды бітіріп, қазақ фильмге жұмысқа тұрғасын бірнеше сценарий жазып, солар бойынша әр қилы фильмдер түсірілді. Қанымбек Қасымбеков қойған «Шоқ пен шері» бірнеше халықаралық жүлделерге ие болып, сонау Монте-Карлодан «Күміс нимфаны» алып қайтты. Тағы жазды. Бірақ өзінің сценарийіндегі әлемі фильмге айналғанда жұпынланып, жадағайланып кететіндей көріне берді. Содан көңілі қалғанда баяғы режиссер болам деген ойы қайта қозды, ойына алаң кірді. Кейін Георгий Данелияның шеберханасынан білім алып, кәсіби режиссер мамандығын жан-жақты игеріп шықты. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили сегодня прийти посмотреть этот фильм и какие впечатления у вас остались после просмотра? Галия Кахармановна Бупижанова. Я, в принципе, не то что решила, я хотела посмотреть этот фильм, потому что Сатыбалдағы Нарымбетов, он для нас очень, для меня лично, для нашей семьи, для нашего круга очень уважаемый человек, Сатыбалды Нарымбетов. И впечатление, знаете, сейчас одним словом это не передашь. Шикарный фильм, очень шикарный, исторический, знаете, таких фильмов было бы отлично, если таких фильмов, не то что про Сатыбалдағы, про наших великих художников, для всех личностей снималось бы, вот вообще было бы отлично. Это лично мое мнение. Фильм удался, мы так скажем, я не кинокритик, я не искусствовед, я не культуролог, я гражданка, скажем так, Казахстана, который любящий, ценит, который историю, культуру, традиции народа нашего великого Казахстана. Поэтому я в восторге. Расскажите, какие самые любимые у вас фильмы Сатыбалды Нарымбетова? Сатыбалды Нарымбетов, у него очень много фильмов. Я очень так близко знакома с его творчеством. «Кыжлаған», «Плач Лейлы», да, вот это фильм такой. Ну, естественно, про Мустафа Шоқай, вот который мы говорим, про фильм про, вот только что мы говорили, про фильм про Бекмамбетова, потом «Гамлет» из Сузака, «Омпа». У него все фильмы, знаете, они один превосходит другого. Поэтому здесь выбирать это плохое, это не как-то чуть-чуть не уступает. Я не могу так сказать. Я как рядовой, как сказать, зритель. Почему вы захотели сегодня прийти посмотреть этот фильм и какие впечатления у вас остались? Я должна была обязательно прийти посмотреть этот фильм, потому что личность, как Сатыбалды Нарымбетов, это, можно сказать, гордость Казахстана. Это крупный художник, крупный кинорежиссер, крупный писатель. Мы как бы по мере своей профессии, ну, как бы довольно хорошо знаю я его творчество, и фильмы, и его писательские труды. Так что я пришла с удовольствием и получила огромное удовольствие, потому что фильм настолько снят как бы искренне и глубоко, он как бы раскрывает личность Сатыбалды Нарымбетова, кем он был, что он сделал, и его как бы человеческий космос. Есть ли какой-то момент, который из фильма вам запомнился больше всего? С этого документального фильма? Ну, в принципе, я бы не сказала там, я бы не стала выделять какие-то моменты. В целом фильм, он как бы гармоничный очень. Там, я бы не сказала. Я вообще фильм смотрю как бы в комплексе полностью. И он раскрыт как бы с разных точек зрения. Как человек, как художник, как крупная личность. Его творческий рост, его чаяние, его судьба здесь как бы пунктиром проходит. Так что фильм, он как бы целостный. Здесь огромная работа творческой группы. Режиссер фильма, он как бы соратник, друг Сатыбалды Нарымбетова. И поэтому фильм, наверное, получился такой искренний и глубокий. Потому что чувствуется, когда каждый выступает, чувствуется там масштаб Нарымбетова. И насколько человек, он очень сам по себе, очень как бы простой, на вид так, но очень глубокий. Настолько он влиял на свое окружение. И старый и молодой его любят.
потому что он был великим гуманистом, и он продолжал, его творчество продолжает искусство великих гуманистов. Расскажите, есть ли у вас любимые фильмы этого режиссера, или вы ко всем относитесь одинаково фильмам? Ну, у него, он как бы растет, ну, это, наверное, закономерно, он растет от фильма к фильму, но мы иногда с удовольствием смотрим, особенно наши дети смотрят его «Гамлет и Сузака». Тут особо он не напоминался. Вот такой фильм вообще. «Гамлет и Сузака». Потом, конечно, классика – это жизнеописание юного аккордеониста. Ну, каждый его фильм – «Мустафа», «Чокай» и «Аманат» его. Ну, «Аманат», мне кажется, на мой взгляд, он как бы сложный фильм. Там идут три пласта нашей истории. И вот в фильмах молодых режиссеров я вижу как бы эстафету эту. Вот, допустим, сняли фильм, телевизионный фильм про Абая вот, к 175-летию. Тогда вот молодой режиссер Мурат Ишан, он тоже как бы берет три пласта. Там в «Аманате» же молодой журналист как бы исследует жизнь и судьбу историка очень знаменитого нашего, который был репрессирован, Бекмаханова. И он как бы исследует историю Кенесары. И такой сложный фильм, и он как бы, как сказать, он, эти фильмы его, вот, допустим, «Кыжылаган», это «Молитва Лейлы», вот его каждый фильм, он как бы расширяет пространство зрителя и расширяет его кругозор, и он как бы восстанавливает его историческую память. Сегодня мы посетили пресс-показ документального фильма «Порожденный историей», который рассказывает о жизни великого казахстанского режиссера Сатыбалды Нарымбетова. С вами была Юлия Старостина и Казахстанская медиа-академия. До скорых встреч! Казахстанская медиа-академия представляет медиа-репортаж.